Профилактике экстремизма в Башкортостане уделяется особое внимание. Неотъемлемой частью таких мероприятий являются встречи со студентами и учащимися. Профессионалы, которые регулярно встречаются с этим вопросом, поделились со студентами своими знаниями и опытом. В своих выступлениях они рассказали о том, как развивались террористические общества с течением истории, о проявлениях экстремизма в наше время, в том числе и через интернет. По словам специалистов, наиболее активная борьба против экстремизма ведется в Башкортостане, поэтому и его проявлений в нашем регионе меньше, чем в Татарстане, Северном Кавказе и Азии. Но, тем не менее, они есть. Когда в некоторых регионах активизируется деятельность радикальных группировок, в нашей республике обстановка более-менее стабильная и нет явных проявлений терроризма, экстремизма. Отдельные группировки, которые возникают в разных городах, допустим, в Уфе, Дюртюлях, Белорецке, Аскинском районе и некоторых других районах, они в зачатке выявляются, проводится с ними определенная работа, принимаются конкретные меры по предупреждению распространения их влияние на другую часть молодежи.